провели время очень хорошо. Сейчас идем грустные, усталые, идем в поисках клиентов. Самый незабываемый кадр в жизни. Да будем там и заказчиков искать для матрешки. Че гнать, все. Надо отдать должное, Ама. Позаботились водичкой, здесь есть водичка. Головари, топы, матрешки, Аня с Леной, как посмотрят Блиновскую, как зареть за позитивную энергию, как найдут нам клиентосов, короче. Аня уже побежала фоткаться со всякими там этими. Зачем надо посещать такие мероприятия? Первое, вы заряжаетесь позитивом, ловите инсайты. Второе, это бизнес-комьюнити, здесь можно с кем-то познакомиться. И третье, здесь можно найти выгодные бизнес-решения, такие как Ама-СРР. Что ты будешь делать, Аня? Людей заманивать, в объятия. Конечно, в поисках новых контактов. Ну вот, мы здесь, короче, как чайки ходим, подошли к ВК-рекламе, высказали им все, что мы о них думаем, а мы думаем о них только хорошие вещи, положительные. Настоящий характер наших вот топов. Так, надо найти клиентов, стопудово подойти, поговорю, вот это вот. Первое, контакты. Второе, знакомство. Третье, эмоции, вдохновение. Правильно. Собрали контакты, а сейчас что мы делаем? Мы берем телефончик и звоним. И на самом деле они пришли просто на Блиновскую попялить, вот и все. Давай встретимся фразами честными, задержками на двоих, губительная слабость на двоих, губительная радость, мурашки, босые ноги по холодному паркету. Едем с Джесс на Ама.Комф, трафик, лиды, продажи. Посмотрим, я на Ама-конференции еще не был ни разу, Лена постоянно гоняет по ним. Думаю, нужно... Мы в этом выпуске будем всей командой матрешки, ну как, я-то так, рядышком там, сейчас там... Сейчас там нас ждет уже Аня, и мы чем будем делать там? Едем, давай просто доедем. Да будем там и заказчиков искать для матрешки, че гнать, все пишут такие, что там можно, ну как бы мы едем туда, не, мне как бы спикеры там в виде, ну тех, которые будут, они конечно все молодцы, но мне как бы, ну я и на видео могу посмотреть, если нужно, туда обычно едут за, чтобы запартнериться, связи какие-то, может быть клиентов найти, поэтому собственно... Так как мы только стоим у истоков создания матрешки, ну кто кроме основателей еще поедет туда и, собственно, ну, будет искать клиентов? Да кто если не я, кто если не мы? Поэтому, собственно, цель одна. Собрались всей своей командой матрешки. Вы где там? Посмотрите. Эй, смотрите. Мы тут идем грустные, усталые, идем в поисках клиентов. Прикиньте, какая жопа. Я думал, что можно было через QR-код просто показать и пройти. Но, оказывается, надо было еще пойти за бумажными билетиками. И только потом взять их и идти в другой вход. Ну, короче, ладно. Движушка у нас тут началась. Вон там девушки с девушком. Жду Джесс с Аней. Сейчас мы пойдем искать свои местечки, короче. Ань, зачем ты пришла на конференцию? Что ты будешь делать на ней? Людей заманивать, в объятия. Вот. Так, тут еще, короче, вон. Надо прикладывать. Так. Сейчас тоже что-то приложим. Чик. Вроде можно идти. Джесс, зачем ты пришла на конференцию? Конечно, в поисках новых контактов. Для чего? И полезного контента. Окей. Давайте будем честны, на самом деле они пришли просто на Блиновскую попялить, вот и все, там желаница, вот эти, каким клиентам, им на Блиновскую бы посмотреть, будут писать там вот эти штуки, там, переписывать по 10 раз, хочу то, хочу все, хочу пятое, десятое, не верьте. Крайне мило то, что я вижу сейчас, очень комфортная организация, но в плане того, что не нужно ходить километры в поисках билетика, тебя провожают, объясняют, удобная навигация, ну, нормально. Ну, короче, сейчас, как это сказать, головари, топы, матрешки, Аня с Леной, как посмотрят Блиновскую, как зареть за позитивную энергию, как найдут нам клиентосов, короче. Аня уже побежала фоткаться со всякими там этими картонными статуями. Ну ладно, она еще не побежала, но у нее дикое желание есть пофоткаться, но она стесняется идти туда. Короче.
короче, мы здесь сейчас, по идее, сидим и работаем, смотрим и работаем. Лена в телефоне, Аня в компьютере. Видимо, не ушло. Все-таки пока ждет очереди. Ну хорошо. Чуть позже здесь появится статистика, сколько сообщений просто было говорит, отправлено, сколько успешно, сколько продолжаем. Если не сейчас, значит не тогда. Оставим это прошлое. Любовь так сложна. Схожу с ума я. Буду скоро. Дыму как этот город. И походу в воду скоро. Я наугад. Лучше я сейчас отпущу тебя. Пока это возможно, а сердце снова рвется к тебе назад. Один из создателей матрешки, вот Елена Данилова. Вот мы здесь сейчас. Что мы сейчас будем делать? Песни послушали. Они расстроились, что Блиновская только в конце. Расстроились. Они уже вытащили свои бумажки, чтобы писать вот эти всякие штуки. Желанец там все, но. Мужем приготовили вообще-то. Ватман клеит желание. Да. На всех спикеров мы не пошли. Мы, так как у нас работа, клиенты и так далее, но нам хватило зарядиться энергией и, собственно, сейчас идем обсуждать дела, и я обязательно запилю выпуск и покажу, что здесь нас ждало. Вот, мы здесь ходим кругами, вот и на каждом круге нас ждет какая-то интересная штука по типу, например, фотографии совместные, по типу каких-то стендиков с интересной информацией. Ну, вот мы ходим здесь. Такая движуха здесь, да, смотришь. Наверное, вам надо шажочка назад. Так, а, да, давайте еще. Вот, надо быстрее, что как серьезная жопа. Давайте как она ходила. Готовьте, сейчас 2 секунды будет. Никита, очень странно. Давайте еще, во. Давай. Класс. Сейчас нам, походу, отдадут фоточки. Дадут или не дадут. Вы дадите нам фоточки? Что? Ну, там что-то дадите нам. Конечно. То, что распечатала. Класс. Не знаю, может, куда-то там, типа, с хэштегом куда-то отправляются, там, типа, на сайт каких-нибудь лохи амастераем, которые пришли и пошли в душу. А вам три, наверное? Ой, да. Все для людей. Вот первая совместная фотка матрешки. Лен. Очень круто. Большое впечатление просто. Ань, скажи, зачем начинающим стартаперам ходить на такие мероприятия по типу АМСРМ? Первое, контакт.
Второе – знакомство. Третье – эмоции и вдохновение. Ты считаешь, что это с пользой проведенное время? Да. Я считаю, что мы все проводим время с пользой на текущих мероприятиях. Отлично. Зачем надо посещать такие мероприятия? Первое, вы заряжаетесь позитивом и ловите инсайты. Второе, это бизнес-комьюнити, здесь можно с кем-то познакомиться. И третье, здесь можно найти выгодные бизнес-решения, такие как АМА-СРМ. А вот тут сейчас спрашивают вопросы по поводу спикеров. И вот как раз девушка говорит про душнил. Я с ней конкретно не согласен, потому что если ты в бизнесе, то в бизнесе есть не только положительные и позитивные штуки, но в бизнесе есть куча задач, которых надо решать, и которых надо, если ты хочешь развиваться, тебе нужно выделить время на то, чтобы послушать чуваков, у которых уже получилось. Поэтому я как бы в корне не согласен. Единственное душнило, которое здесь есть, это чувиха, которая сидит и трещит микрофон. Буклетики точно не жалеют, не буклетики, не воды. Я, кстати, был неправ, что на АМ воды больше, чем суть. На самом деле воды там много, я имел в виду в бутылках, да, а так, по сути, ну, как бы очень полезно, много всякой информации было. Ну вот, мы здесь, короче, как чайки ходим, подошли к ВК-рекламе, высказали им все, что мы о них думаем, а мы думаем о них только хорошие вещи, положительные. Вот, что их новый кабинет они могут пока немножечко поразвивать еще. И нам оставить старый, чтобы нормально клиенты могли настраивать лидогенерацию. Вот. Анна там что-то даже поругалась с этой девушкой на стенде ВК, но ладно. Идем дальше. Тут, короче, в основном народ стоит только возле... Тут есть стенды, но больше народу, которые стоят возле этих баклажек с кофе, как бы, и все. О, вот эти чуваки, да? Смотрите, это они? Да, точно. Чё тут? Вообще, очень, так сказать, полезно ходить по таким мероприятиям. Мы вот, например, в Матрёшке первый раз, у нас такой, короче, совместный сейшн, но на самом деле, когда ты ходишь, развиваешься, знакомишься с новыми людьми, слушаешь новых людей, умных предпринимателей, которые давно на рынке, которые очень... круто вещают и рассказывают о своем опыте, да, там условно там начиналось все с сарая, а теперь, да, там бизнес, да, и к этому они пришли спустя 20 лет. Вот, и я понял для нас кое-что в матрешке, сейчас надо вот так вот сделать. А знаете, что я понял для нас в матрешке? Матрешка для людей. Правильно. Так, ну что, контакты собрали? Да, госпожа. Это говорит мой партнер, на секундочку. Собрали контакты, собрали. Собрали контакты, а сейчас что мы делаем? Мы берем телефончик и звоним. Звоним, 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 звоним. Давай вот такую штуку делай тоже. Вот, звоним, звоним, звоним. Потому что что? Потому что нужен клиент, взял телефон, позвонил. Нужны деньги, взял телефон, позвонил. Так что, ребят, не сидите на месте, а делайте действия. И заканчивая уже там, набором, обучением сотрудников. Короче, это целая огромная вереница действий, которая стоит много денег. И все это делается для того, чтобы получить тот самый лид, да, потенциального клиента. И лид сегодня – это очень дорого. К сожалению, лиды не дешевеют, они становятся все дороже и дороже, несмотря на то, что у нас вроде бы увеличивается количество рекламных площадок и каналов коммуникации. Поэтому будет очень много полезной информации, поэтому если вы взяли с собой мобильные телефоны, блокноты, все это вам пригодится. И мой личный совет для вас – фотографируйте все, что вам нравится. Фотографируйте, потому что если вы сделаете классную фотографию, а потом напишите какой-нибудь яркий отзыв о том, насколько полезна была вам бизнес-конференция, что-то пригодилось в вашем личном бизнесе, то самые интересные ваши отзывы мы разместим у себя в социальных сетях. Для того, чтобы мы вас увидели, нужно написать хэштег AMAConf на русском языке. Все очень просто, поэтому выкладывайте, фотографируйтесь, запоминайте, и пусть этот день для каждого будет незабываемым и легендарным. Итак, друзья, основная программа выступлений начнется в 11 часов, но мы уже потихоньку начинаем, поэтому полезный контент для вас будет длиться постоянно. Итак, первым на эту сцену выйдет Макс Раевский, креативный директор, руководитель контент-маркетинга в Сипьюни. А Сипьюни — это свет... Надо отдать должное, Ама, позаботились водичкой, здесь есть водичка, поэтому
народу не так много. Воды, короче, здесь больше, чем народу. Поэтому можно взять с собой. Вот. Поэтому вот так. Ну ладно, сидим, ждем. Что нам еще остается делать? Я давно, если честно, не был на таких мероприятиях. Мы как бы собрались. Это наша первая командная такая, командный такой поход матрешки в, я не знаю, в, ну, на конференцию, короче, скажем так. Поэтому посмотрим. Так, ребятушки, ну вот так здесь. Чё, Аня, говоришь, все равно? Да, потом можно найти клиентов, а мы потом, когда уже выйдем, мы можем так подходить. Вот, вот нормально, видите, настоящий характер наших вот топов. Так, надо найти клиентов, стопудово подойти, поговорю, вот это вот но хорошо. После, все равно на это мероприятие мало ты с кем будешь общаться, сидя вот так даже рядом. Согласен. Они будут там все в блинов. Там будет. По-любому. Этого человека иметь в своей команде, и он будет очень эффективен. Это важно. Так вот, пожалуйста, мечтайте, давайте возможность своим сотрудникам, своим командам мечтать. Это архиважно. Связать мечту человека с возможностью часть этой мечты или какой-то несколько ступенек этой мечты привязать к вашему проекту, к вашим целям, к целям вашей компании, то вы знаете точно, что вы можете внутреннему ребенку мечтать и помогать ему реализовывать мечты. Так вот, если люди мечтают, значит, они живут. И мы очень часто спрашиваем, о чем вы мечтаете, и если у вас есть возможность связать мечтает, это как бы он уже, ну, я считаю, что он уже умер, да. Мечтать нужно всегда. Нужно всегда давать возможность своему внутреннему ребенку, да, там, по там, в друзьях, это тоже много говорит. Если не сейчас, значит никогда. Оставим это прошлое, любовь так сложна. Скажем, с ума я. Буду скоро, дыму как этот город. И походу в воду скоро, я наугад. Лучше я сейчас отпущу тебя. Пока это возможно, а сердце снова рвется к тебе назад. Peace, peace.